пока вы там А, пикаете и баните. подождите, у меня время закончится в 10 минут какого-то там, 4-го получится, 3:10. То есть, чтобы, Нормально, у ну, не нас попасть. есть 40-50 минут практически. Все, давайте шнеля тогда. Шнели Да, Айлюлю. давайте. Начинайте. А показать наши пяти баны в трансляции не варик? А я уже показала. Здрасте. Не, в трансляции ты вывела уже? Да. А, так тогда всем привет! Всем Привет! Правда, там приветули! никто, там, правда, никто не смотрит, да? Ну, те, кто будет пересматривать, знаете, мы с вами поздоровались. Пишите нам ответные. Waiting for the Василий Баранов to ban the map. Так, я сейчас нас перенесу. Да, давай. Так, у меня пока звонок. Сейчас я буду. Какой звонок? Последний? Звонок, от которого нельзя отказаться. Привет, любимка мой. Или вот тот, который 7 дней. Смотрела в детстве. Ты пришел поздороваться? В детстве? Сколько ж тебе? Ну, мне 22. Ну вот у меня в детстве дядя принес эту кассету или диск. Прям с такой же записью, да, вот как там в фильме. Вот этот колодец, там все дела. Да. Это мне знатно психику так пошатнуло. Ну, в плане, мне было очень страшно. А я недавно смотрел пранки, вот это, розыгрыши, когда люди в магазине бытовой техники, где много телевизоров стоят, и там вот эта картинка, типа... Ну, видео вот это, как последний звонок, типа, сделано, что колодец, девушка там влазит. И вместо одного телека просто прямоугольная дырка, и там подсвечивает, и эта девочка сидит, а там реально она передетая. И она берет и вылазит с телевизора, начинает там убегать, визжать, там материться. Да я давно такие пранки видела, да. Вот эти корейские какие-то, наверное. Не, это американское что-то. О, боже, давай я с ним пообщаюсь, а ты пойдешь домой. Есть? Да, там разные. У меня даже мистер Так, а... есть. Чё? Ай, мы ждем пока. А он что, дома сегодня? Я забаню, нет, да, Василий? Руини? Ну, теперь баню я. Ну, а я его выцеплю за сегодняшний день. У меня сегодня днем будет дождь. Вот это я заговорился, он уже успел забаниться. У меня даже что звука не было, чтобы пить. Тошнило от этой темы. А в океан? Вокен, Блад Ковенант. Классика, остался за ТН. Для картины полный. Мольты забанили, не может быть. Курапти банкану. Ну и правильно. Awoken Blood Covenant Exile. Я надеюсь, что их слышно. Я там микрофон такой у себя выключила. Надеюсь, слышно. Ой. На Твиче. Микроним с Барановым. Потом Лена будет с Барановым. А, не, у него закончится. Минус дом. Чтоб не прыгал вот там на центр. Туда-сюда. Срокета, да? Да. Ну и с Миги, и с Рокета по ты две можешь стороны. В любое время звонить. Всегда вовремя. Ай, зэн. Ой, зэн. Я еще в пижаме, я уже много чего сделала. Я тоже... Ой, я не знаю. Да, пижаме я потом. Попробую я вот эту парнишу возьму. Минус Никс. Сразу слэш. Всегда красиво, да. Согласна.
Буду прыгать да скакать. Кстати, вот Юля Василия Баранова к нам не перетащила. А, серьезно? Может, она не может? Да. Думаю, почему Василий Баранов ничего не говорит, а его с нами нет? Опа, мне еще тут приглоски данули, представляешь? Да мне тоже только что пришел. Exosail? Давай, звони. 22, да, значит, ты говоришь? Да. Вообще, молода и юна. Пока. Пока. Рангер. Что против рангера будем брать? Тут сложно. А мы вот эту махину. Слушай, я надеюсь, дойдет до третьей карты дело. Я так на скейле хочу побегать. Никогда не беру Exile. Ужасный. Да, карта такая себе. Средняя, как, она классная на самом деле. Просто из-за того, что вот эти на джампадах невидимые текстуры, которые тебя блокируют при подъеме. И когда ты прилипаешь ко всем стенам. Она онлайн была 5 часов назад. А? Она онлайн 5 часов назад была. За воротами. Она мне вообще в онлайн не показала. Так, там у Василия что-то. Да, давайте. Но Юля, видимо, пока еще не здесь, да? Конечно. Так, подожди. Я тут, тут, ребята, я забыла микрофон включить. Сейчас. Что по серверу вам? По серверу, значит, мне бы подошел этот, как его? Апак Централ Сингапур 215. Так, Централ Василию Баранову. Как тебе Централ? Да, отлично. Варшава и Централ нормальные. Давайте Централ, он не лагающий. Давайте, вроде да. Бы. Так, готовы? Побежали, да? Ребята, удачи, потому что у вас давайте со временем. Слушай, а может, всё. Вы нас мьютить не будете, мы в прямом эфире будем материть друг друга. Прикольно же. Я могу тебе оставить микрофон. Не надо. Хорошо. Удачи. Вперед! Давай. Так, запускаем. Все, ДК. ДК Галена, правильно, Лен? Сейчас перепроверим. Нет, нет, нет. А, все. Айзен, Деск Найт. Все, Айзен, ДК. Фух! Так, двоечка тут. Нет, единичка. Двоечку успеем? Успели. Ну что? Первая игра сегодня. Да. И у меня такие классные комментаторы. Комментатор. Сокомментаторша. У меня тоже. Смотрю ли я на дату твоего рождения и думаю, что ты такая молоденькая, а? Да, а, офигела, что ли? Как тебя занесло в Quake, а? В такую старперскую игру. Да вот, сама не знаю. Понравилась игра. Солеви, да? Да. Так, я предлагаю начать смотреть за микронимом. Угу. А потом полукиллер. Полукиллер будет работать в этот раз? Prepare to fight. Я надеюсь, да. Round begins in 3, 2, ну что? Fight. Погнали. На трое. Я слышала, кстати, не самый удачный розыгрыш, вроде бы, да? По-моему, это надо сразу на мегу бежать, потому что просто своровать могут. Да. Я могу запутаться, конечно, этих респов, поэтому... Я тоже редко, когда так рискую. Я обычно сразу проверила, а вдруг не забрал. Всякое бывает, правильно. Микроним пока не спешит за ракетой, слушает. Микроним игрок от плюсбека. Он будет плюсбечить. Ой, не успел. Уже был шанс попасть, но зато здесь заносит.
сразу можно идти с шафтом. Ну или вот так, знаешь. За Хэвитом бы. Или... А, Хэвит, да. Вася уже забрал. Ай! Текстуры! Ого! Все-таки добился своего. Разобрал свои. И думает, что делать? Ой, рест не сделал! Ракету можно. Ракета. Да. Видишь, он от этой части карты играет. Хотел рокет-джамп. О, хорошая ракета. Шафтом можно добивать, да? Ну, в микроне меня сейчас больше, в принципе, можно идти. Ой, размениваться. Вот, я думаю, что микроним как раз очень неудобный оппонент будет для Василия Баранова, потому что Вася более контактный такой бой любит. На ракетах. Как успел, смотри. Ну, он, кстати, и рельсит достаточно неплохо, Вася. Ну все, тут уже, конечно. Так, что у нас? Первый хэвик. Офигеть. Спалил. Ну, наконец-то Василий Баранов теперь уже тоже при каком-то стеке. Привет, Джанго. Какие люди у нас на стриме? Вау! Молодец. Первый фраг. Надо отъедаться быстро. Там еще была аптечка одна. Но у него нормально для миги, чтобы иметь полный стек от миги. А оп! Тут уже прострелы, тоже было опасно. А, сверху уже микроним лайт возьмет. Привет, Гринч! А ты с Гринчем играла, Лена? Нет. Давай, Вася! Ах, если... Нет, не убил, если бы выстрелил. А мега, значит, была за микро. Гринч, не хочешь с Леной сыграть потом? А он тоже в дивизионе? Да, в нашем. Вообще, микро-рельсер. Да я помню, я потом пересматривала нашу с ним игру. Я, когда играла, сама не чувствовала, что... А потом, когда посмотрела, это было ужасно. Меня просто истыкали этими рейлами. У меня две игры такие были в турнире, юмор-турнире. С микро и с мурчиком. Вот два рельсера таких, прям бесили жутко. На 8. Гриш, давай тогда разминайся, пока тут Best of 3 идет. Так микро. Мы же вроде с Василием Барановым хотели. У него времени до 10 минут. То есть у него времени будет только на эту игру. Я не успела даже договориться с ним, потому что... Огонек, блин, микро! Нет, Алекс Гринч, не разминайся, я тоже не разминалась. Все по-честному. Буречка, привет! А я не увидела, я поздно. А, давай в микро жги, бонжорно, дамы и господа. Какая карта? Карта первая. Первая карта, и это был пик Василия. Да смысл разминаться для этого рандома? Ой, Гринч прям заряжен на игру. Сделай так, чтобы рандом был интересен для тебя. Хэвик, иди забирай микро. Не будь таким. Хитрющим. Разминайся, не разминайся, ракета засчитываться не будет. А ты бери рельсу, кстати. У тебя на Бладране последней игре странно ой, было. Когда нужно было рельсу брать, ты брал ракету. И наоборот. Было пару моментов, я запомнила.
Ну, у Васи сейчас вообще нет никакого армора. Конечно, он очень рисковал, когда он прыгал вниз. Тоже шел на мем сближение. Без тайминга. Опасно. У Микронима уже просто цикл свой. Он бегает. От хэви до меги. Вот что мне нравится в Василии Баранове, он не сдается до последнего. То есть он пытается и... Ой! И до последнего с ним надо рубить. Привет, Зуни! Ничего себе! Вот это люди! Микро прям рельсер. Я бы даже сказала, фигов рельсер. Оп, не успел чуть-чуть. Ну вот и все. Да, лежала заветная такая мега. Казалось, вот-вот уже, да? Это Юмур Дивизион, и проводится регулярнее всяких истоти. Да, Джанго существует. Мурчик, как отправить сейчас, да, показать? Зуни. Там вроде дама твоя должна прийти в вейк. Приводи ее, девчачью команду. Ну вот хороший фраг был сейчас от Василия Баранова. Хорошо зашафтил и кинул эту ракетку. Ой! Молодец, Микро, хорошо остановился. И вернулся. Давай! Молодец! Быстро забирай. Ну, вообще, по моему мнению, Микро должен входить стабильно в тройку дивизиона. Да, бодро очень редко играет. Заносит. Любитель посмотреть, кстати, Стоти, раз уже о них говорили. Нас стесняться? Чё нас стесняться? Кто стесняется? Девушка Зуни. По-моему, как зовут? Катя? Или Катя, или Настя? Чё-то не могу вспомнить. Она прям уже играет? Да, она играет. Хороший подлов. Но, блин, рисковал Микро и доигрался. Васе надо пушку ставить. Турельку. Ну, а Микро всю игру вообще как бы контролем. Он ходил. Хорош. Туда-сюда от меги хэви. А Василию ничего не доставалось. Он постоянно был в таком дисбалансе. Тяжело было. Зуни, добавь ее на сервер ко мне в Дискорд. Мы там девочками собираемся часто. Вчера мы вообще с девочками играли в команде. 4 девочки. Все, ГГшка. ГГ. Итить, привет. Рельса 42. Но Василий Баранов рельсил. 26 рельс. Нормально. Картузу привет. Так, что у нас на второе? Следующий что на второе дает? Слэш против пик Микронима. Слэш против Вайзера. У Микро слэш просто противнейшая. Ужаснейшая слэш. То есть хорошая, да? Да.
Терпеть не могу его. Слэш. Рэди. Слэш, давай. Микро. Готов. Погнали. Хорошо идти. Но это еще продлится. Терпение тебе и сил. Пик микронима. Угу. Посмотрим, но как. Хуже слэшки могла бы быть только Никсучка у него тут. Он, по-моему, сам Никсу забанил. Да? Так, а, нет, это Василий. Василий забанил Никсу. А, Вася еще не прогрузился. Начинаем давай с Василия Баранова. Угу. Так, Вася загрузился. Prepare to fight. На Васю фоллоу-киллер. Round begins in 3, 2, 1. Fight. А что-то у меня сейчас лаги. У меня тоже. Сейчас посмотрит. Никто ничего не пишет, видимо. Хотя нет, мне кажется, у игроков тоже лаги. Ужасно. Ну, может, перезапустим? Микро? Чё, лагает жестко, да? Не знаю, у меня нормально было. Не, у нас вообще... Вася, у тебя тоже такая фигня? Прям пошагово, да. Давайте перезапустим. Чё у нас, централ это? Давайте попробуем еще раз. Готовы? Are you ready? Погнали. Ready. Мьючу вас. Мьюга. Чё мьюга? А, мьючу? Угу. Иди. Балуется тут. Играть иди, не балуйся. Все. Закрыли дверь. Закрыли дверь. Да, привет, синема. Снова женский дуэт. Смотрим, слушаем. Да, микрониму слэшку отдали. Не успел Вася все забанить. Да. Микромагет. Вася долго прогружается. Что там? У микро 59. Вася. Ставим Васю. Все, follow killer. Тут уже другой респ. И он решил пойти поверху. Подаешь, наверное, через шафт. Сразу бы уже такая основная пушка. Потом можно было часики забрать. Ой, рельса! Просто ему не давать рельсу надо. Да, интересно, будет ли Вася этой тактики придерживаться? Ах, ах! Лево-право, лево-право! Ой, опасно! Тыркают, тыркают. Ждет микро. Ай, сучка! Крашеная. Больно, блин. Пипец. Уходи, Вася. Не надо нам. Туда! Он возвращается.
Такой, нафиг надо, да? Да, посмотрел, понял. 79. Так, сейчас там будет столкновение. Васе надо на плюс бэки, отдает Мигу. Все, иди на хэвик, пожалуйста, Миги не будет. И рису надо брать. А микро жаденько, он хочет и то съесть. О, проверил, где стоит оппонент. Чё, зажали Василия? Ну, правильно, надо я отходить. И смотреть, где несется. А, рана! Есть! Ну, тоже не растерялся и дал. Еще, молодец, второе. Вот так и надо. Три, третий. Шога! Да, чего-нибудь, Вася! Нет, не рельса, блин! Внизу! Ах! Но заберет хэвик. Наверное, не знает тайминг и сейчас просто отдаст и хэви тоже. Блин, гадство. Надо, чтобы на он хэви. Увидел. Все, надо что-то брать. Немного потерялся. Все, сейчас микро будет душить. Ну ладно, шафтом можно встать и принимать. Действительно, как Синема пишет. Еще, еще. Да, больше спама. Больше спама, чтобы не было желания заходить. Аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, Вася! Найн! Уходи. Все закончилось. Хэвик забирать надо. А микро вообще что, бессмертный, блин? Ну, Вася красавчик. Вниз ушел. А, сюда бы рельсу. Отъедаемся. Нормально такое встал? Нет. О, все, сейчас будет минус. Вася, уходи, Вася. Хотя рельсу еще держит. Да, тяжело, тяжело. 0-0. Постоянно на контроле. Ну да, и при этом, кстати, Вася... Не отдается. Не отдается, да. Молодец. Молодец, Вася, не отдается. Не хватает ему рейла. Второй раз достает и патронов нет. Хороший ракет попадает. Вот и рейл. Вася, красавчик. Молодец. А микро еще третью карту хотел. Мог. Нет, нет, не отдавайся, уходи. Просто уходи. Без руки джампов, пожалуйста. Вау! Молодец. Мигу быстро. А на миге респ. Нельзя. Нельзя, не иди. Жалко, что он не угадал, куда он бы убил. Да? В принципе, убить бы убил, да. Ну тут такая как бы ситуация, лучше на нее не натыкаться, не пытаться угадать. Неожиданно просто... первый фраг за Василием. Но он очень аккуратно играл, ему сейчас... А, это микро. Микро... Микро? Микро? Микре? Нужен лайтик. Ай-яй-яй-яй! Есть шанс добить. Вася. Вася может. Куда? Зачем? Хэвик же. Ай! Забрал. Аптечку. Вот и хэвик. Запоминаем. 51. Погнали дальше. Вот что делать, когда потерял тайминг на один айтем? Вот знает один айтем. Идти после поднятия одного айтема ждать другой, чтобы знать айтем. Ну, можно, да, пойти послушать, конечно, не в бой. Охренеть. 51. Вот. Как и обещала. 21.
если я правильно посчитала. Подсказки игрокам. Гринч, будешь играть, тоже буду так подсказывать. Закрою ушки тебе. 21. Решил? Решил от одного айтема. На шафте принимай. Ну, вот, уходи. Все. Уходим. Спам. Отходной спам. Все, тут... ГГ. Ой, ГГ. Уходим, уходим. Ракеты кидай. На отходной путь поворачивайся. Спиной никогда не беги. Ой, спиной. Спиной к врагу не поворачивайся. Спиной никогда не беги. Все, это сейчас будут... Будут повторять. Это потому что рельса. Было бы другое оружие, был бы шанс. Кто-то так делает? Спиной? Спиной бежать? Все, сейчас буду цитировать. Мега появилась. Бурик, иди побегай спиной, попробуй. Есть люди. Хорошее движение. Надо, он микро, наверное, конечно, как-то. От слэшки. На слэшке. От слэшки. Короче, правильную слэшку микро взял. Наверное, какие? Надо Василию где-то прокрасться, послушать. Да, или что, может... Что, когда появляется. Чуть-чуть сушить. На плюс бэке играть. Вау, вау, вау! Давай! Минус. Да ладно! Минус микроним. Минус микроним, однако. Ой, опасный резб здесь. Но микро ушел. Все, надо сушить, Вася. Уходи. Нет, нет, только не вниз. Вот сюда лучше. Там закидают. Слушай, просто... Какой молодец, а, Вася? Рясики еще подъели. Там не про спину, Юля. Блинк. Юля, блинк? Все, Вася, теперь что, на 100? В принципе. Боже, а как можно смотреть одновременно стрим и играть? Вот это ракета. Давай, молодец. Если что, я так болею, потому что третью карту хочу. Хочу посмотреть, как микро на скелли гоняет. О! Принимай! У-ху! Фраг престижа, так сказать. Фраг престижа от Василия Баранова, который выигрывает. Да. Надо было отыграться за предыдущую. Даже если и делаю, то это дико неудобно во время матча. Единственное, если лично тебе кто-то указания прямые говорит постоянно. Ну да. Все, прячется, Василий. Меня лично бы это очень сильно сбивало. Легче себе говорить там. Хотя я даже и не сильно часто считаю. ГГ, блин. Красавчик, Вася. Пятьдесят рельса у микро. А что так мало микро, а? Вообще, какая-то слабоватая рельса. Очень слабая рельса у микро. Я бы такую даже не брала. Только себе. Задержка стрима нужна хотя бы на одну минуту. Так у меня и идет задержка стрима, между прочим. На 40 секунд точно. По-моему. Реди, реди. Так, какая последняя Exile?
Да, Василий Рейнджер и микроним Скейл. Рейнджер против Скейла. И готовы, да? РТЛБ, это что такое РТЛБ? А, Ready. Какой-то. Не буду говорить, что мне показалось. Так, готовы. Готов. Погнали. Exile. Да, у меня есть задержка стрима, Алекс. Стремление доминировать любой ценой. Блин, кто ж у нас такие доминанты, а? Если игра дико пассивна, то может и получиться со стрима инфу уловить и проанализировать. Но такое себе, конечно. Капец. Даже если пассивная игра. Получить инфу, анализировать, еще играть, подбирать оружие, лайтики. Пипец, какая многозадачность, а? Да. Слишком сложно. 50 мало, и я, который с 27. Это была шутка, если что. Это Стёп был. До 10 по сути достаточно. Иногда достаточно даже одной рельсы, если разница в один фраг, и ты делаешь фраг рельсой. Последний, заключительный. Так, начинаем с микронимом. Погнали. ГЛХП. Вот эту карту вообще не играю, поэтому даже... Давай игра. Ты не играешь ее? Нет, я ее баню. Ее в баню? Лена, ну, она такая баню. Хорошая. Опа! Получил? Опа! И первый фраг снова за Василием. Даже. Как на Ковенанте. Это пик Васи. Ой, недолет! Сейчас что-то будет. Нет, нет, нормально, все, живем. Надо же ракеты закидать. Да, загнали опять Василия. Так, я на месте, мне надо было на полминутки. Так, микро сейчас должен собраться. Микро? Микро, да. Потому что то, что я видела, Вася тут неплохо. Размен. Ракета была, Вася. Ракета там была. Шога. Вот не хватает. Кстати, тут вчера для себя открытие сделала. Одна скейлистка наша рассказала вчера секрет, что против скейла нужно брать стартовую пушку Шогу. А я не знала такого. Знала такое, Лена? Нет, да у меня вообще с старта всегда стоит машинка. Никогда не меняю. Ну вот я слышала, что если скилл бежит от тебя, да, то тебе не надо от него убегать. Наоборот, лучше к нему вблизи, чтобы у него меньше дамаг по тебе был. Если он разбежится, он больше нанесет. Ну, у меня, кстати, тоже машинка стоит. Ой, опа! Лагануло. Видал? У тебя тоже? Чуть-чуть. Было что-то такое. Вот тут преследует уже Василий. Это Даша вчера сказала на Твиче. Можно, кстати, наверное, вот смотри, да, как Василий на рейнджере, да, можно во время билки скейла прям в него телепортироваться. Или от него. Ну, твоевал.
Слушай, Лена, а я вот сейчас подумала, вообще, наверное... Оп, по респам. Интересно, это совпадение или он знал рез? Потом спросим у игроков. Ах, не успел убежать. Я вот сейчас задумалась, а вообще на контактных картах маленьких, наверное, и против других персонажей хорошо брать шогу. Начальную. Надо попробовать. Ну, в принципе, да. Что там скажут квакеры, которые по 100 лет уже кваки? А? Помогите разобраться девушкам. Кто-нибудь берет гвозди? О. Такой вопрос. Да, Тарзан. Одного знаю точно. Так, ну это понятно, там уже больше на триксы, да? Да. Так, чтобы воевать. Нет, видела, берут гвозди. Нужен рейл Васи и звони, и зонить, и разматывать, и хэви машинка. На клача гвозди берут обычно. О, прикольно. Да, синема, москита. Эрик воюет иногда. Привет, ESDF. Восемь-три. Здесь карта очень маленькая, и счет прям можно переплюнуть еще два раза. Мне кажется, если бы Микроним не выстрелил, то Василий бы все равно даже не увидел. Микро умеет очень хорошо сушить игру. Он прям ас в этом. Хэвик подобран. У Васи бешеный стек. Васе срочно надо бегать уже. Все ищут. Вася пытается. Опа! Микроним понял, что Вася... Удобно еще на этом быке, скорее всего. Резко так развернулся и побежал обратно. Угу. Еще и обилку прожимаешь, и все, и тебя нормально. Нет. У него распрыжка на быке, да? Неплохо, да, передвигается. Застрял. Ой, он не застрял, он подумал, будет хэвик или не будет. Мне кажется, он знает тайминг айтемов. Вот как так все поменялось, смотри. Василий Баранов на стеке, на бешеном. Потом пришел Микроним и сам стек набрал. Потерял. У Василия были тайминги. Респ. Нет. Пошел в другую сторону. Нет, Васе надо отходить. Даже не драться здесь. Просто какой-то айтем караулить. Ой, сейчас выйдет. Нет, за рельсой пошел. Опа. И с рельсой он будет... Ага, за ракетой. Крутит верти, да. Микро умеет, знает он. Конечно, знает он. Потерял, где? Вот. Опа. За счет того, что он как раз-таки прыгнул на этот джампад, потерял. Три вот, минуты, интересно. Фраг. Давай, Вася. Шансы, может быть, но еще. Если клатч ловит снежки, то и скейл, наверное, тоже должен ловить. Встречает. Давай. Есть. Мигу, быстро забирать надо. Мигу! Ах, очень долго он это делал. Можно было кинуть, отойти, спрятаться. Да? Потом телепортнуться. Ну и... О, и так тоже хотя бы. Летит. А, да, ты же на рейнджере тоже. С Юли комментит девушка Лена. Ава 505. Тоже квакерша. Сильная квакерша. Юля. С ней играть. А чё, нет? Так-то у Рибера я все проиграла, что могла тебе. Ты просто волновалась еще. О, волновалась, писец. Как будто на корову. Нет, какая рельса нафиг? Какая рельса? Ну вот шогу бы выстрелил одну, если б попал. И убил. Не, у нее там было 90-91. А там не впритык, наверное, даже не летало. I will lead the way. Die hard.
Die Hard. Молодец, съешь что-нибудь. 12-8, есть еще шанс. Ах, блин, надо было по низу ходить. Сейчас Вася будет спешить и отдаваться. Но здесь уже все. Здесь уже сложности. Это только если асом и по респам гонять. Но все равно надо играть до последнего и брать фраги хотя бы. Слушайте, а круто, если бы мы вели счет еще фрагов. Мурчик, ты тут? У вас же есть как раз таки все скриншоты. Да. Можно еще дописать. Ну или в конце, знаешь, статистику такую сделать. Мурчик вроде хотел. Ну что-то он со статистикой там, да. Все. Задавили. Ты видела, как он пробежал, не подпрыгнул? Да. На обилке, классно. Ну тут Василий его раскидал. Сферу, кстати, Василий мало использовал. ГГ, товарищи. Лена, мы не сделали, я не сделала ни одного скриншота. Мурчик, я сделаю, сейчас запись выпущу и сделаю. Пикибаны хоть сделала скриншот. Так, ничего не знаю, девочка, хочу платьишко. Иногда в Quake поиграть. Так, где у нас Юмор Дивизион? Короче, сейчас сделаем все красиво. Не пережевывайте. Размечу. Товарищи игроков. Здрасте. Здрасте. Микрос, победой тебя. Спасибо. Где я? Ты тут. Вася. Да, да. Ты хоть и проиграла, но такой красавчик на Говенанте был. Шикарно, Говенанте. Это я еще первое слово не сказала. Очень красиво сыграл на плюс бэке. Это мой, кстати, пик был. Да, это был пик микронима. Очень удивительные были фраги. Что? Нет, там просто у Василия шум. Ну такой средненький. Такой средненький. Нормальный Вася был, не средненький. И на второй карте тоже, на третьей карте тоже начало было хорошее. Но скилл, конечно, задавил. Ну что, товарищи игроки, у Васи уже все, время заканчивается. Вася, это была красивая игра. Микро. Да, ну я еще сейчас... Ага. Да, давай. Ага, ну я еще поиграю, сейчас перелогинюсь просто заново, у меня время пойдет. А, ты можешь с Леной сыграть, если хочешь. А, давай, ну буквально 10 минут, мне просто сейчас обрубят. Хорошо, Вась, мы ждем твоего возвращения, тогда с Леной сыграете. Давай, Лена пойдет быстро разминаться, да, Лена? Да. Ребята, красивая игра была, спасибо вам. Пожалуйста. Микро, а твои рельсы, просто фиговые рельсы, залетают и залетают. Знаешь, как больно было за Васю, прям сердце болело. В смысле, я вообще на последние у меня рельсы вообще не было, я не брал. А, это ты еще рельсу не брал, да, хочешь сказать? Я не брал, ну посмотри, у меня там по статистике, по-моему, нет ее. А, ну уже все вышли. Уже вышли. Сейчас я остановлю стрим. Пойду сделаю скриншотики быстренько. Через минут 10 мы вернемся. Будет играть Лена с Васей. Лена против Васи. А потом да. Юля играет. А потом Юля отдыхает, наверное. С микронимом. Слушай, я уже насмотрелась твою рельсу. Ты уже размятый, капец. Ой, Тошик. Новенький. У нас новенький, ребята. Поздоровайтесь с новеньким. Новенький, готовенький. Привет! Это элитный средний дивизион, а не Noobs Cup. На Next Season. Все правильно, нубяры здесь чистые. Мурчик, иди Тошика откалибруй. Чтоб он понял, какой это кап. Noobs или не Noobs. Ребята, я отключаю. Давайте увидимся очень скоро. Да, я, наверное, буду Лену разминать. Давай, разминай. Привет, можно новенький. И так. Легион Квейк. Только я уже запустила. Могу выйти. А что ты запустила? Нечестивая троица нашлась.
You're welcome. А, не, ну если хочешь, в принципе, ну как тебе лучше? А я не знаю, что лучше разминает. Thank you as well. Хороший пиздюль всегда лучше разминает. You can join us. Я? Сама собой. Просто вспомнила, что я еще могу чуть-чуть по-английски и решила похвастаться. I am noob. We too. We? Хорошо. Давайте мы... We. Это уже французский. Маша. Hey, Piggy. I need you. Все. Бишпета. Это уже немецкий, прикиньте. Че еще, Лен? Че? Какие еще языки знаем? Татарский. О, нифига себе. Чуть-чуть. А как до скорого будет? Будет до скорого? Или пока? Ай, салам. Ой, это не то, это привет. Сау болгас. Это татарский пока. До свидания. Language flexing. Yeah. So... Бишпейта, блин, у меня, я даже не помню, как по-английски до скорого. А можно в пати на разминку? See you later. Напиши свой ник, сейчас посмотрим. Вход платный. Заходите и платите фрагами. Всем салам пополам, городам и дворам. Зуни. У Зуни свой какой-то сленг такой, свой язык. Так, ребятки, хорошо. Давай быстрее, Тошик, пиши, добавим тебя. Я пошла скрины делать и готовить следующую пару. Василий Бараны, я там. А вот просит он в пати на разминку. Кто? Уже хочет... Тощик! А, ну все, я отключаю стрим. До скорого. Я уж думала, ты давно выключил. Ой, СДФ, я нуб бирманский. Нифига себе. О, блин, Google Translate могёт. Давайте. Качается куча у Тошика. Ну давай, скачаешь, пиши. Так еще и куча не ска...